Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой торт. Для десерта нам понадобится слоеное тесто. Как его приготовить, рецепт есть у меня на канале. Раскатываем тесто. Тесто раскатали, нарезаем на полоски. Вот так. Полоски кладем на противень. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов. Таким же способом продолжаем печь остальные полоски. Готовим крем. Для крема нам понадобится сливочное масло, вареная сгущенка и коньяк. Масло и сгущенку взбиваем вместе. Готов. Убираем в сторону. Все наши палочки делаем одинакового размера. Thank you.
подготовленные палочки. Сейчас собираем наш десерт. Для этого нам понадобится пищевая пленка или пакет. И собираем десерт. Слой крема, палочки, крем, палочки. Отправляем в холодильник на 2 часа пропитаться. Оставшиеся кончики измельчаем блендером. Торт из холодильника, смазываем кремом и засыпаем крошкой. Отправляем торт обратно в холодильник на 1,5 часа. Вот такой торт у нас получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!